Я вам хочу сказать еще раз, это очень сложная, опасная, но наш традиционный российский вид соревнований. Потому что тройка – это то, что привезло Россию в прошлом веке, позапрошлом веке уже, к цивилизации. Это наше отечественное дело. И поэтому просто приятно, ну вообще даже слов нет, когда вдруг появляются люди, помогающие провести. Ведь это очень трудоемкое, но и финансово сложное. Ведь надо держать людей, лошадей. Это нужно очень долго работать над ними, чтобы приучить их вот так двигаться. Последний заезд самый крутой будет. Вот. Там порезвее лошади, посерьезнее, побыстрее поедут. А дорожка ну, очень тяжелая. Тяжелая в смысле, вот, виражи очень крутые. Вот дальний поворот вдвоем проходить, можно сказать, даже опасно. В этом году дорожка, конечно, сейчас вот, в данный момент хорошая, но подготовка была, сами знаете, какая зима была плохо, и вода, и грязь, и снег сырой, и снега не было, совсем лед был. Но сегодня вроде успешно. Мы выступали как бы первый заезд, это еще коренник у нас считается как бы молодым, он ну, уже подходит к этому возрасту, чтобы бороться уже с тройками.